такие вот я делаю. А я тут смеюсь, увидела, как Дэвид Гаррет там обнимается, целуется. Я почему-то смешно. Я лучше целуюсь. И мне смешно стало. Девушка из Мексики там такая. Но мы лучше. Это просто он нас не видел. А увидел бы 100% наша попыл. Хочется под эту музыку I love you спеть. Пойдем мы чай пить с вами. Вот такие вот я сыр. Это как у меня оладушки. Приготовила я. Так. Чайку, чайку, чайку. Сейчас вас. А у меня горячий. Ну так. Да куда этим? До нас. Схватила она и поцеловала в ней. А мы-то во всем лучше. Во всем. Потому что мы его половинки. Он нас не знает. Ну это ладно. Все равно мы знаем, что мы из себя представляем. Вот так. А остальное все и нам. Ерунда. Не увидели в этом году, в следующем увидим, все равно увидим. Не в следующем, так через год еще. Кофе буду я. Та-да-та-да-та-да-та-да-та. Я на кафе пью. Мне нравится. Это не реклама, потому что я ничего не получаю с этого канала. Я не смогла там подключить монетизацию, хотя у меня все проходит. Ну, что поделать? Ничего страшного. Не везет в деньгах, повезет в любви, не везет в любви. Сами здоровые, счастливые, все равно. Главное – жизнь. Главное – и любовь есть. Сам себя, если ты любишь, то что? Мы и есть у себя. Высшее я и мы.
Мы боги, творцы. Вот так. Захотела мне с сахарком. Вот так. Денег нет, но молодушки взяли муки там этого. И яичко одно оставалось, засунула я. Крахмал, сахара чуть-чуть, соли. Оно такое будет минимум всего, ну нормально. И все вкусно, потому что своими руками сделано. Когда ты вкладываешь душу в это, то оно тебе пользу приносит. Вот. А если без души, то любое будет, даже самое дорогое, будет невкусное и на здоровье сказываться. Вот и весь секрет в любви. А я не ревную Дэвида Карота. Мне просто смешно. Потому что я знаю, что я лучше плаваю. Он просто меня не видел. Да и лучше, хуже. Нельзя так говорить, конечно. Каждый индивидуальный. Просто есть болт, стыкуется с шайбой, да? Вот. Так вот я его шайба, или как там сказать. А он болт мой. У нас гармонично. А другие не будут с ним стыковаться. Они на мгновение. Они буквально. Самое большое года 3. Ну, вот он был с девушкой. Ничего, уже смотрит на других. Уже обнимается, уже кокетничает. А все говорил. Ой, я так ее сильно люблю. И он это, как бы ни с кем не был. А сейчас вот он уже флиртует. Уже опять такой же. Потому что, когда так, я смотрю, у них бы и не было будущего такого. Это не настоящие чувства. Там все завязано на деньгах. Это не любовь. Так. Я насыпала там корма для этих, для птичек. Так они все, хлебушек дала. А у меня оставался. Смотрю, синички прилетают за окно и кушают. Кажется, снег начался. Сегодня у нас уже похолоднее. Сегодня уже похолодание. Вчера было плюс 16 даже тепла. Было прям тепло-тепло. А сегодня мы вышли с сыном в магазин. И холодно. Идёшь, ветер такой в Барнауле. В этих-то странах жарко. А в Мексике. Я думаю, там тепло. Хорошо, они не живут, конечно. На другой стороне, хорошо там, где мы есть.
Вот. Сидим. Вот здесь самое лучшее для нас. А не там, как где-то. Самое лучшее там, где родился, там и пригодился, говорят. С другой стороны, человек ищет, где лучше ему это. Ничего страшного. Каждый выбор делает. Все равно лучше дома. Так. Мы ладошек я сделали. Кофе пьем, тепло. Ну это хорошо. Все ерунда. Остальное все ерунда. Как говорится. Махни рукой. Ну так. Так что я вам желаю всем присутствия духа, счастья, любви, гармонии, красоты. С вами была Дора Люкс. Всем пока. Всем пока.